Вчера нефтеюганцы могли заметить, как город обволокло смогом. Причиной стал пожар в 11 микрорайоне. В 19.07 сотрудники МЧС ликвидировали возгорание расселенного двухэтажного дома. Несмотря на то, что само строение ценности не представляет, создалась угроза распространения пожара на соседние жилые дома. Оперативные действия подразделений позволили своевременно локализовать развившийся очаг на площади около 400 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причину произошедшего.